Фото. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Нормально, хорошо. Как, у вас уже получается? Если будет хорошее, выложу. Как я скучала, милый. Видишь слезу в глазу? Сфоткай меня, чтоб было видно эту слезу. Вот и конец скитаний. Вот и со мною ты. Сфоткай меня с цветами. Точно вошли цветы. Как я молилась Богу. Как я молилась, зай. Сфоткай немного сбоку. Руку не обрезай. Ты же моя находка. Мой персональный рай. Толстая. Перефоткай. Да страшненькая, стирай. Я же не зря скучала. Так что давай, держись. Это еще начало. Впереди вся жизнь. Шикарно. Спасибо большое. Большое. А есть Володя у нас в зале? Хоть один Володя есть? Да я. Ну это просто судьба, Володя. Я сейчас еще две песни успею. Подождите. Володь, вторую книгу. Его вчера видали все в кафе на Братиславской. К доступной девушке подсел и был с ней очень ласков. А после видели вдвоем под вечер на балете, где он ей брал дом Периньон меж актами в буфете. Ну, хорошо, хоть не Картье, как суженой невесте, но мне сказал один портье, что ночевали вместе. А утром он пришел домой, как будто бы с вокзала. Командировочный ты мой, я так ему сказала. Не надо петь мне про дела, вас видели соседи. А девка весь роман слила с хэштегами в соцсети. И точность вплоть до этажа в отеле Мариотти. Я не хотела обижать, но ты козел, Володя. Ищи себе доступный тур, ищи себе подстилок. Но он сказал мне мур-мур. И я его простила. Смелый мужчина с хорошим аппетитом. А вы женщина или без? Женой? Скажите, хороший у него аппетит? Ну все, тогда пойдет. Садитесь, присаживайтесь. Так, тут у нас реквизит, подождите. Подождите. Это вам. Это яичко надо почистить для начала. Да, свежесваренное, еще тепленькое, возможно. Хорошее. Вам нравится? Ой, давайте. Чистите, чистите. А вы прямо вот в мешочек там скидываете. Давайте. Кушай, дорогой. На здоровье. Я как майская роза, стройна и свежа. Пью водичку, не ем углеводов. Мужика раскормила, чтобы он не сбежал. Ибо были попытки уводов. Помню его восхитительный пресс. С прессом вел себя подло и пошло. Если вышел на пляж, значит, к бабам полез. Типа тренер по плаванию в прошлом. Путь джедая теперь для него тупиков. Не пестрит комплиментами личка. Если вышел на пляж, значит, в руку пивко, а в другую — крутое яичко. Если сунется к бабам, так те засмеют, скажут: «Не приставайте, мужчина!»
Между прочим, я так сохраняю семью. И во вторник у нас годовщина. Спасибо. Вы прям несите с собой и обязательно поделите с женой и мамой две книжки, чтобы у вас не было одинаково в семье. Да? Вот вам телефон, но это для жены. Ой, давайте я вам левую и правую подарю, это как комплект. Все три ваши. Да, правда, мне приятно. Спасибо, но вы делаете все равно вид, чтобы вам даже нравится больше, чем нравится. Это называется «Песня сильной женщины». Два куплета, припев, и самое вот главное, это бонус-трек. Да, сейчас, секунду. Давайте. Коня на скаку остановлю я, сильная женщина, I love you. Ты был неухоженным, но теперь я стану заботиться о тебе. Коня на скаку, хей, левой рукой. Ты можешь расслабиться, дорогой. Тебе напрягаться не надо вовсе. Расслабься и получи удовольствие. Назначь меня срочно своей спутницей, пока ты серьезно ни с кем не спутался. Ведь ты же беспомощный совершенно. А я твой продюсер, твой священник, твоя секретарша и твой водила, и я тебя практически убедила. Твоя стриптизерша и твой банкир, пока не отброшу коньки. Второй куплет. Можешь мне не подавать пальто и руку при выходе из авто, и шубу не надо дарить. Соболью я, сильная женщина, мне не больно. Я твой неотесанный бриллиант, я твой самый выгодный вариант. Ты просто скажи, что меня заводишь, и я с дамочки ру удалюсь. Сегодня же назначь меня срочно своей спутницей, пока ты серьезно ни с кем не спутался, ведь ты же беспомощный совершенно. А я твой продюсер, и твой священник, твоя секретарша, и твой водила, и я тебя практически убедила. Твоя стриптизерша и твой банкир, пока не отброшу коньки. И бонус-трек, бонус-трек. И пусть для победы нужна самая малость. Голос надо больше. Сильная женщина. Заем. Заколебалась, устала, психанула.